Признание на уровне страны. Ульяновским хирургам присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации». Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Поздравил врачей и глава нашего региона. Эмоциями заслуженные врачи страны поделились с Гульнар Шариповой. Я был на работе. Мне позвонил всеми уважаемый Вячеслав Сергеевич Морозов. Это, в общем-то, мой первый руководитель, когда я приехал в Ульяновск. Он мне позвонил и поздравил. Я спросил, а с чем? И он мне сказал, он каким-то образом узнал об этом первым. Узнать столь приятную новость от друга и коллеги особенно приятно, признается главный колопроктолог региона, а теперь еще и заслуженный врач страны Евгений Евтушенко. Присвоение высокого звания оценивает как признание плодотворности всего 26-летнего пути в профессии. Это уникальный человек. Это человек большой души. У него золотые руки. Я с грыжи меня положили. И я уже, видите, хожу, выздоровела почти, можно сказать, за мной такой прекрасный уход. Практикующим врачом остается и заведующий хирургическим отделением Центральной медико-санитарной части Виктор Петренко. Сейчас сверенное ему отделение возвращается к обычной жизни после профилирования под ковидный госпиталь. Планов на будущее много. И почетное звание – новый стимул для их осуществления. У нас считается, что заслуженный врач Российской Федерации – это одно из самых высоких званий в медицине. Поэтому я очень рад и очень благодарен людям, которые поздравили меня с этим званием. В настоящее время мы хотим внедрить новую методику операции на щитовидной железе. Это медиальную тиреоидэктомию. Эта операция сопровождается тем, что она дает наименьшее количество осложнений после операционного периода. И я думаю, что мы сможем ее внедрить и использовать в нашей практике. Под руководством Виктора Петренко в отделении внедрены и успешно проводятся диагностическая лапароскопия, колопроктологические и флеблогические операции. Гульнара Шарипова, Александр Рассохин, Вести, Ульяновск.